Всем привет! Сегодня у нас на обзоре Volkswagen Caddy 2018 года. 1.4, но не просто бензин, а еще плюс метан. Подробно про него нам расскажет Андрей, который знает про эту машину и про метан абсолютно все. Привет! Привет, Саша. Я Андрей, который знает про метан все. А вот часто пишут мне в комментариях, много интересуются, типа, что такое метан? Они же там где-то взрываются, что-то там происходит, гробит двигатель, там, типа, зачем вообще он нужен, если у нас есть пропан, у нас есть электрички, у нас все прекрасно и без этого опасного газа. Расскажи, что это такое, в чем прикол, как бы, и стоит ли оно того? Volkswagen Caddy. Это Caddy Maxi в длинной базе, 7-местный и с большим багажником, но об этом попозже. Сейчас технические характеристики Caddy Maxi на метане. Это отдельная удивительная машина. Она с завода идет на двух топливах. Заводской бензин, бак 10 литров. И в чем его самая большая прелесть? Это метан и запас хода. Caddy Maxi обладает самым большим в линейке заводских любых автомобилей, самым большим запасом хода и объемом топливных баков. Все у нас спрятано у него под днищем. У него там 5 баллонов по 40 литров, итого суммарно 200 литров баллонов, и что позволяет в него заправлять от 45 до 50 кубов метана на заправке с нуля до полных баков. Под капотом инженеры Volkswagen здесь спрятали мотор 1.4, 110 лошадиных сил. И они его к нему удачно прикрепили DSG-7, DQ-250 мокрую, одну из самых надежных коробок, обслуживаемую. В этой связке у них получились невероятно надежные. Пробеги в 500, 700, 800 тысяч никак не смущают нас. Это обычное рабочее состояние автомобиля. Они надежные, они не ломаются, они ездят долго, ежедневно и радуют своих владельцев экономией на топливо, просто невероятной. Caddy Maxi именно наш, именно черный, он 7-местный. Это полноценный минивэн 7 мест, не такой, где в багажнике автомобиля есть 2 сиденья, и они достаются, где садятся только дети. Здесь комфортно, в принципе, можно разместиться, преодолеть, ну, достаточно большое расстояние, и ваши ноги не будут синими. Кожаный салон, как правило, это коммерческие автомобили из Европы, в комфортном исполнении, они все с кондиционерами, в обшивках, и все вот такие, как я на нем сижу. Что, ребят, немножечко рекламы, также мы занимаемся перевозками. Трансфер в Европу, по Беларуси, в России. Нужно кого-то перевезти, отвезти, доставить груз. Вас с вещами перевезти. Все это можно сделать. Ссылочка в описании. Переходите. Вот на таких вот больших комфортных автомобилях все это происходит. Если зайти с хвоста к нашему 7-местному автомобилю, что касаемо его полноценности. Вот там у нас сидят 7 человек, включая водителя. И здесь у нас остался полноценный багажник. Сюда мы можем поставить 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Максимально влазит 6 полноценных чемоданов размера XL, с которыми вы летаете в аэропорт в Хургаду, которые мы пихаем до 23 кг, а некоторые до 32. И они сюда комфортно размещаются. Грузоподъемность его неоднократно сам пробовал. 900 кг он в себя ложит и он везет. И все с ним в порядке. У него сзади рессоры. После 600 килограмм нагрузки он просто ложится на отбойнички, и дальше ему, в принципе, и до тонны он способен спокойно ехать и везти все ваше сокровище и непосильно нажитым трудом все ваши богатства. Чтобы сделать из нашего легкового минивэна грузовик, нам понадобится совсем немного секунд. Мы снимем третий ряд. Раз, потянули. Заминочка. Два потянули. Положили в снег. Дальше переходим к среднему ряду сидений. Все делается очень легко и быстро. Потянули за шнурочек, и он достался.
Ровно то же самое мы тянем за шнурочки с этой стороны. Раз. И ее тоже можно достать. Мы уже, наверное, не будем напрягать межпозвонковые диски наши. И поверим на слово. Объем нашего минивена грузовой полезный получается 4,3 метра кубических. И еще раз, грузоподъемность 900 кг. Мы можем сюда напихать смело, и ничего с ним не произойдет. Что касается рулежки Кадика, ну, это не гонка, это коммерческий автомобиль. Свои 110 лошадей мотор отрабатывает. Ему, в принципе, хватает. Ему хватает. Иногда хочется больше, но, в принципе, все там оно сбалансировано. Свои функции оно выполняет. Вот автомобиль пишет 2 индикатора вида топлива есть. Отдельно есть газ, показывает уровень. Отдельно бензин. Он их дружно складывает и получает математически правильное число, которое мы можем еще проехать. Вот у нас далеко не полный бак, и сейчас автомобиль Кади Макси хочет еще 450 километров проехать на метане. Впереди у нас, и у нас полбака бензина, он покажет 60 километров, он еще хочет проехать на бензине. В принципе, это то, что я говорил. Максимально возможный запас хода из всех метановых машин, он именно вот здесь. Я сейчас заеду на заправку в Минске на Скорины, и я могу на этом автомобиле без заправки, если я поставлю 90 на круизе, я доеду в нем до Москвы. Что касаемо заправок на метане, к ним просто привыкаешь. Ты знаешь, где очереди, когда очереди, с запасом хода, как в автомобиле Кади Макси, в 600 километров, в принципе, проблем ты не имеешь. Я могу заправиться в то время, когда неудобно и когда нет очереди из таксистов, и в следующий раз заправиться еще ровно в то же время, либо на периферии. Сейчас мы заедем на одну из 4 наших заправок, которые есть в городе Героя Минске. Это на улице Скорины. Сейчас стандартный воскресный дневной день, таксисты работают. И сегодня здесь можно потратить таксистам с незаводским ГБО. У них очередь в 6 машин, они простоят час. Мы их дружно объезжаем. И становимся в колонку Евро, где у нас 2 машины. И мы потратим 20 минут в очереди. Еще мы выбираем очередь, где уже шланжик, по-моему, отсоединен машине. Это мы еще немножко сэкономим времени. Как заправить метаном метановый автомобиль? Первый раз может быть страшно, но это как в любой первый раз, когда у тебя первый раз либо страшно, либо больно. Потом привыкаешь. На самом деле здесь нет ничего сверхъестественного. На всех заправках есть 2 вида разъемов. Это разъем Евро и ГОСТ. Во всех таксистах, у которых баллон в бензобаке, у них разъем ГОСТ. Они стоят в очереди, которая подлиннее. В автомобилях, в которых установлено заводское ГБО, съемные, как правило, очереди поменьше. Собственно, на заправках, в которой мы первый раз приехали, правильнее выйти и посмотреть, есть ли у них отдельно разъемы Евро и ГОСТ, либо у них только ГОСТ. Если у них только ГОСТ, то узнаем у оператора, есть ли у них переходник, а он у них есть всегда, и они его дают. Тогда стоим в общей очереди. Если мы обнаруживаем на заправке, что разъем есть и написано Евро по-европейски или по-английски, то мы становимся в эту очередь, и там нас ждет тот штекер, который к нам подойдет. В чем отличие заправки Кади? В любом Volkswagen, если посмотреть на значок топлива, есть стрелочка. Эта стрелочка показывает, с какой стороны у тебя бензиновое окошко, для тех, кто забыл, с какой стороны у вас бензиновое окошко. Так вот, у нас оно находится вот там, слева. Вот, соответственно, на Кади Макси, на большинстве заправок мы в Беларуси заезжаем задом. Это единственное неудобство. Заправить правильно метановую машину. Первое. Находим на сайте Metan.by в Беларуси карту заправок. Выбираем нашу заправку. Приезжаем по адресу. Первое. Заезжаем на заправку и смотрим.
у нас автомобиль с заводским ГБО, нам нужен разъем евро. Если на заправке есть колонки евро, нам туда. Если нет, нам в любую колонку. Второй этап, приехав на заправку, мы должны прицелиться, с какой стороны у нас окошко бака и с какой у них шланг. Это очень важно. То есть зачастую на Volkswagen Caddy мы будем заезжать задом, на Volkswagen Golf и на других автомобилях мы заезжаем передом. Прицеливаемся своим окошком к шлангу. Это второй этап. Итак, третий этап короткий. Снимаем резиновую пимпочку, берем разъем, который называется евро. Что нужно сделать? Это Фостер, кто не знает, быстросъем. Или что еще? Он делает вот так. Натягиваем на себя, вставляем, защелкиваем обратно. Подергали, он держится. И смотри сюда, есть ручка. Открыто. Повернули открытый. На этом третий этап закончен. Идем, даем два документа. Техпаспорт и поверку. Поверку на газобаллонное оборудование, которое должно проходиться раз в 5 лет. У каждой машины оно есть. Отдаем в окошко эти документы и предупреждаем способ оплаты. Наличная или банковская карта. И ждем, пока нам скажут в окошке, что наши дела завершены и надо отключаться. Вторая банковская карта. Вторая колонка. Вам объявляли, что нахождение пассажиров в боксе запрещено. Да, мы его выгнали. Мы там просто снимаем ролик, как заправляться метаном. И я извиняюсь. А представляете, что мне потом? Нарушение охраны. Что надо сделать, труда. Мы уже нарушили. А? Не заправить и уезжать? Не, заправить. Все. Ну, просто снимаем ролик, как заправляться метаном. Ну, у людей инструкция, с этим проблемы большие. Ну, не понимают, как на машине, когда кадиком задом заехать. Другой вопрос, да. Что людей садят, не обучив, особенно да. Такси, ключи в руки да. И вперед на трассу заправляются. Да. Вот проблема самая большая. Да. Четвертый этап. Нам сказали, что с нами дело закончено. Ручку поворачиваю на сброс. Мы стравили газ, отсоединили быстросъем, закрыли пипку. Мы заправили. Пошли, рассчитались за топливо и уезжаем. Карта заправок. Есть нормальный, интересный и удобный дубль на сайте Metan.by. Вот он на кадике нарисован. Вот наша Беларусь. Вот везде, где здесь нарисованы синие флажки, это мы можем заправиться за наличные. На зеленые не смотрим. Это что-то неудобное, либо не работающее по безналу. Вот именно где синие флажочки, там нас ждут и там мы свободно заправимся. В принципе, в радиусе 100 километров везде не есть, только есть, конечно, небольшие прорехи. Мы видим в Витебской области, там, конечно, беда. Витебск есть, и все, вот там сверху квадрат, он такой практически безгазовый. Касаемо заправок за границей, они есть. Природный газ, он есть везде, он стоит немножко по-разному. В России он вообще стоит копейки, заправок полно, и переходники везде есть. В Европе он тоже есть, заправок тоже много, но там цена за куб от евро, и плюс-минус там 20 евроцентов и вверх, и вниз пляшет. Он там действительно дороже, но все равно он выгоднее, чем обычное классическое топливо в любом случае, даже там. Закончилась заправка газомоторным топливом нашего минивэна. Полный бак 45-50 рублей влазит. Проедет он по трассе на полном баке 600 километров. По городу он проедет 500 километров в экономном нашем режиме. Ну что, ребят, вот такая вот у нас получилась увлекательная история про метановые автомобили, а конкретно Caddy, Volkswagen Caddy. Напишите в комментариях все, что вы думаете по этому поводу. Расскажите про свой опыт с метановым топливом, как вот что происходит, а также не забываем подписываться. Все, всем пока!